В Анижанской, Наманганской, Ферганской областях и городе Ташкенте организован учебно-практический семинар для заместителей городских и районных акимов по вопросам экономики и предпринимательства. Основная цель – повышение квалификации и знаний руководящих кадров местных органов власти в социально-экономической сфере, их личной ответственности за выполнение приоритетных задач по развитию регионов. Цель данного мероприятия в том, чтобы реализовать программы по социально-экономическому развитию регионов, а также повышение налоговых поступлений, в частности, обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджет, а также освоить новые виды продукции и рынки сбыта, разработать план мероприятий по их системному выполнению. На научно-практическом семинаре также были проведены занятия по созданию новых рабочих мест путем модернизации производства, эффективному использованию производственных площадок. Из проведенных семинаров становится видно, что на местах еще очень много вопросов, которые стоит решить. Хакимы выносили свои мнения и предложения руководителям соответствующих ведомств и организаций. В свою очередь, руководители этих организаций отвечали на их вопросы, и беседа состоялась в духе открытого диалога. Руководители министерств и ведомств вместе с участниками семинара побывали в Вишнабадском районе столицы и ознакомились с рабочими процессами на предприятиях, с видами услуг, оказываемых предпринимателям. Также они изучили новую систему оказания услуг при оплате налоговых платежей в районной инспекции. Конечно, мы изучаем налоговые преференции, созданные для предпринимателей здесь. Постараемся внедрить эти инновации уже у себя в области. Обменяемся мнениями с налоговыми инспекторами. Также для участников был организован семинар в товарно-сырьевой бирже Узбекистана, где рассказали о ее деятельности. Состоялся обмен мнениями по продаже высоколиквидной продукции через торги. В рамках мероприятия участники побывали в Ташкентском районе Ташкентской области, посетили производственные предприятия, изучили опыт по реализации новых видов продукции на новые рынки. Все эти мероприятия послужат еще большему развитию экономики страны, экспорту производимых продукций, а также созданию новых рабочих мест.